Дорогой Небесный Отец, мы воздаем Тебе всю славу, мы воздаем Тебе всю хвалу, мы воздаем Тебе всю благодарность. Драгоценный наш Небесный Отец, Ты открыл нам Твое Царство, Ты открыл нам Твой престол, Ты открыл нам Твое сердце, Ты открыл нам благодать. Благодатью мы спасены. Это не от нас зависит, это не наша награда, это не результат нашего тщательного исполнения всех 613 заповедей Моисея. Это не результат того, что мы исполняем в субботу что-то или шаббат, или не исполняем. Нет, мы спасены через веру в Иисуса Христа. Мы поверили, мы просто поверили. Но Ты подготовил все условия для нас, подготовил все условия для того, чтобы мы, принявши веру, жертву Сына, мы вошли в Твое Царство. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, что мы сегодня видим просто невероятные вещи. Мы видим сегодня, как люди исцеляются, освобождаются, как жизнь людей меняется, как просто происходят невероятные. Просто спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Отец. Мы очень-очень Тебя из своего глубокого сердца благодарим Тебя за все. Великий, святой, драгоценный. За эту славу, за Твое живое Слово, которое живет в нас и действует. Я благодарю Тебя, что мы можем каждый раз, в любое время общаться с Тобой. В любое время мы можем обратиться к Тебе и быть услышанным Тобой. Мы в любое время можем попросить мудрости, совета и получить мудрость и совет. В любое время мы можем воззвать Тебе и услышанным быть. В любое время мы можем подложить руку на больных, и мы всегда уверены, что Ты с нами, всегда будешь исцелять людей. Всегда Твоя сила проявляется. Благодарю Тебя, Отец, что Ты открыл нам самое высшее измерение Твоей славы, измерение Твоего присутствия. И мы черпаем от Тебя, от Твоего престола, эту невероятную природу Царства Божьего, природу жизни, природу свободы, которая была открыта, но и задействована во Христе. Благодарю Тебя, Отец, Великий Святой, за Духа Святого, которого Ты дал, который наставляет нас, который поддерживает, подкрепляет нас, который помогает нам пройти различные пути, который помогает нам устоять в вере, который помогает нам видеть славу, который действует через нас, через наши слова. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, за Твою кровь, пролитую на кресте. И мы постоянно свидетельствуем, что только благодаря Твоей жертве, только благодаря Твоей крови, не нашим усилиям, а Твоим усилиям, мы вошли в эту благодать, мы получили спасение. И мы можем свидетельствовать сегодня, мы спасены сегодня, мы уже спасены, благодаря Тебе, Иисус, благодаря Твоей жертве. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Великий Святой, наш Царь. И я благодарю Тебя, что все чудеса, исцеления, освобождения – это результат Твоего проявленной, Твоей проявленной заботы, любви, проявленного прощения, оправдания. Так как каждая болезнь, каждая немощь – это результат греха. Но Ты взял на Себя наш грех. И мы верим, что Ты взял на Себя наш грех. И поэтому мы ожидаем и верим, что мы исцелились, потому что грех уничтожен был, и вина была взята Иисусом. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, Великий Святой Бог, наш Царь. Благодарю Тебя за эту сверхъестественную благодать и милость, которую Ты являешь. Аллилуйя! Верим, доверяем Тебе, верим Твоему Слову. Верим всему, что написано нам, верим тому слову, которое было послано, верим Твоему Духу, верим все тому, что Ты говоришь, верим Твою любовь, верим Тебе, Иисус, верим, Господь, что Ты воскресишь нас в последний день, верим, что смерти для нас больше не существует, и даже если мы телами умрем, мы не умрем фактически, потому что мы будем продолжать жить благодаря Тебе, Иисус. Благодаря Тебе, Господь, наш Бог. Написано, Ты сказал, кто будет верить в Меня, не умрет. Ты оживишь его. Я благодарю Тебя, Господь,
что смерти для нас больше не существует. Существует лишь переход из тела в тело. Тебе вся слава, Иисус. Тебе благодарны. Однажды мы это поймем. Однажды в определенный момент мы поймем, насколько реально проявлялась Твоя сила в нашей жизни, насколько реально жило Твое Слово в нас, насколько реально Твое было обещание о нашем спасении. В один день мы поймем, когда мы встретимся с Тобой, Иисус, на небесах, когда мы услышим наше имя, записанное в книгу жизни, мы возрадуемся о том, что в одно время мы делали правильный выбор, о том, что мы нечестно мы верили, нечестно мы стояли в вере, нечестно мы читали Слово, нечестно мы молились, нечестно мы ходили в вере, нечестно мы совершали добрые дела. Спасибо Тебе, Отец. Благодарю Тебя, наш Бог, наш Царь, за эту милость к нам. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты поместил нас внутри Твоей славы, Твоего могущества, любви. Аллилуйя! Тебе вся благодарность, Тебе, Иисус, прямо сейчас. Прямо сейчас. Поскольку мы находимся во времени прямо сейчас. А Господь приготовил Твое время, и оно всегда работает в радиусе прямо сейчас, потому что оно существует вечно на небесах. Я утверждаю Царство Христа. Я утверждаю благодать Божию, милосердие Божие и любовь Божию. Могущественным именем Иисуса Христа Назарея. Живая слава Господа. Живая, сильная, могущая консистенция Божьего присутствия прямо сейчас окружает вас, погружается в вас, растворяется внутри вас. Прямо сейчас атмосфера могущественного присутствия Господа распространяется вокруг вас сильным благоуханием. Благодарю Тебя, Отец. Аллилуйя. Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Тебе благодарность за ту милость, которую Ты проявляешь прямо сейчас. Жизнь Божья мощным потоком, живым потоком изливается от престола Бога и Агнца. Оно вливается мощным потоком в ваши тела. Оно вливается внутри вашей души. Оно вливается в ваши мысли, ваши чувства, ваши эмоции. Оно вливается, совершая то, для чего было предназначено изначально. Течь в наши жизни, течь в наши тела. Освобождать, исцелять, обновлять нас и менять. Преображать нас в славе своей. Благодарим Тебя, Господь, за Твое живое Слово. Это есть модель нашего спасения, модель нашего исцеления. Это модель победы, которую Господь совершил на кресте и даровал эту победу нам. И мы уже находимся в изначальном победе. Даже при тех обстоятельствах, которые еще не произошли, мы уже вошли в победу. Мы уже вошли в радость. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя, Великий Святой. Драгоценный Господь, драгоценный Иисус. Благодарю Тебя за благодать Твою. Благодарю Тебя, Господь, наш Бог, наш Царь, наш Спаситель. Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Тебе благодарность. Всемогущий Творец неба и земли. Воздаю Тебе всю славу. Воздаю Тебе всю честь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Великий Святой. Аллилуйя, аллилуйя. Прямо сейчас. Могущественным именем Иисуса, в атмосфере живого Слова Бога, в атмосфере Его силы, в атмосфере Его славы происходит освобождение и исцеление во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас формируются и образовываются новые органы, новые части тела взамен поврежденных. Отец, я благодарю Тебя за благодать, которую Ты касаешься каждому. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, живой огонь Духа Святого, живой огонь силы Божией проникает внутри вашего тела. Могущественным именем Иисуса Христа, жизнь, жизнь Божья, жизнь наполняет вас. Отец, спасибо, благодарю Тебя. Во имя Иисуса Христа тело начинает покрываться жаром. Жар, божественный жар Духа Святого начинает идти по всем участкам тела. Во имя Иисуса Христа
прямо сейчас происходит глубокая внутренняя реконструкция тела и души. Во имя Иисуса Христа происходит освобождение всех участков тела, удаление всех аномалий, опухолей, все того, что Бог не творил. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас формируются новые органы, новые хрящи, новые кости, сосуды, новые клетки, новая кожа, новые органы обоняния, новые органы зрения, новые органы слуха, новые органы осязания, новые органы чувств во имя Иисуса Христа. Отец, я благодарю Тебя в атмосфере Твоей славы. Прямо сейчас сгорает клетки рака, сгорает вирус, удаляется онкор, сгорает вирус гепатита, сгорает вирус ковида, сгорают паразиты, бактерии, кишечники, желудки, печени, сгорают бактерии в крови, в легких. Во имя Иисуса Христа удаляются отеки. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа паразиты уходят из тела. Все личинки, все черви, все вредоносные бактерии сгорают в огне Духа Святого и уходят из тела. Глисты уходят. Аллилуйя, благодарю Тебя, Господь. Всякая инфекция сгорает, исчезает. Во имя Иисуса Христа очищается кровь, очищается легкие, очищается дыхательные пути, очищается печень, желудок, кишечник, поджелудочная. Очищается прямо сейчас кровь, очищается сосуды, очищается мышцы, ткани. И исцеление идет внутри тела. Освобождение идет, душа освобождается от скверны, нервозы уходят, неврозы уходят. Жизнь Божия течет, мир Божий, покой Божий наполняет каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас огонь Духа Святого отходит на тех людей, которые находятся в зависимости, которые одержимы дьяволом. Освобождение идет во имя Иисуса Христа. Приказываем духом нечистым, духом зависимости, дух смерти, колдовства, немощи, выйди во имя Иисуса Христа, выйди вон из тела, через кашель, через дыхание, изгоняю колдовство, изгоняю смерть, изгоняю хронические заболевания, изгоняю дух немощи, прочь во имя Иисуса Христа. Дух депрессии, уныния уходят, власть Сына Божьего. Прямо сейчас огонь Божий сходит на вас и на тех людей, которых вы просите. Сила Божия касается и также и их. А тех, у кого вы не пишете, идет исцеление к ним, освобождение во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за сотворение новых органов. Я благодарю Тебя, Отец, Творец, Создатель. Прямо сейчас Ты творишь новое. Ты творишь орган, ты творишь новое, жить новую судьбу, новые чувства. Во имя Иисуса Христа, изменяя душу, изменяя тело. Возвращая людям сон. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас бессонница уходит. Отец, благодарю Тебя за огонь Твоего присутствия, огонь Твоей славы, который происходит от освобождения и исцеления. Благодарю Тебя, Господь, что Ты созидаешь новые части тела. Созидаешь новые зубы, созидаешь новые хрящи, созидаешь новые суставы, созидаешь новые диски, позвонки. Благодарю Тебя, что Ты созидаешь новые сосуды, капилляры в голове, в части тела. Прямо сейчас созидаешь новые органы, яичники, прямо сейчас почки, печень, сердце. Происходит замена органов. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Отец. Благодарю Тебя, всемогущий Творец. Ты освобождаешь кожу. Происходит регенерация кожи. Очищается кожа. И всякое повреждение уходит из кожи. Всякий дерматит, всякая сыпь, экзема, псориаз, лишай. Прямо сейчас удаляется именем Иисуса Христа. Герпес удаляется из тела во имя Иисуса Христа. Драгоценный суд, благодарю Тебя за чудеса, которые Ты совершаешь. Жить,
Жизнь Божья течет. Жизнь течет внутри тела. Приходит свобода. Приходит исцеление. Приходит освобождение. Во имя Иисуса Христа. Боль, немощь уходит. Спасибо, Иисус. Скованность уходит. Ущемление нервов прекращается. Невралгия исчезает. Почки очищаются. Камни дробятся, уходят. Мочевой, желчный очищается. Во имя Иисуса Христа. Вся система пищеварительного тракта очищается. Изжога уходит. Исцеляется желудок, исцеляется кишечник. Во имя Иисуса Христа очищается горло, очищается легкие. Во имя Иисуса Христа жизнь течет. В горле образуется божественная смазка, смазывая горло, трахею. Исцеляется гортань, трахея. Мокрота исчезает, легкие очищаются. Сердце освобождается, и астма, задышка уходит. Во имя Иисуса Христа солнечное сплетение освобождается. Силу Духа Святого прямо сейчас. Господь касается всех частей тела, костей, особенно там, где были переломы, травмы. Исцеляются кости, восстанавливаются, созидаются новые хрящи во имя Иисуса Христа. Жизнь Божия течет мощным потоком славы. Головные боли уходят, сосуды исцеляются, шея освобождается. Височные кости выравниваются, ущемление в сосудах уходит. Прямо сейчас освобождаются уши. Во имя Иисуса Христа кровоток идет свободно в ушных нервах, во всех отделениях ух. Во имя Иисуса Христа кровообращение восстанавливается. Освобождаются ушные нервы, восстанавливаются косточки, молоточек, барабанная перепонка. Молоточек, все работает исправно. Шум вон уходит. Кровяное давление стабилизируется в норму, и гипертония уходит. Температура тела опускается до уровня 36,6 и больше не поднимается. Система охлаждения активируется, и через пот тело охлаждается. Вирус, инфекция уходит, простуда уходит, грипп уходит. Исцеляется сейчас ритм сердца. Пульс сердца стабилизируется во имя Иисуса Христа. Тахикардия, аритмия уходят. Инфаркт уходит во имя Иисуса Христа. Жизнь Божия течет в каждом человеке. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас исцеляется щитовидная железа. Лимфосистема очищается и застой прекращается. Лимфа течет свободно. Все узлы лимфосистемы растворяются, рассасываются, уменьшаются, сглаживаются и удаляются во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Божественная сила, божественная слава идет внутри тела во имя Иисуса Христа. Освобождение и исцеление. И именем Господа восстанавливается гормональный фон, восстанавливается работа женских органов. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас Божье присутствие, Божья слава идет внутри. Властью Сына Божьего отменяются многие диагнозы, поставленные врачами, поставленные дьяволом. И отменяю во имя Иисуса Христа, утверждаю единственный диагноз. Ранами Христа вы исцелились. Благодарю тебя, Господь. Исцеляется нервная система. Прямо сейчас дрожь, тремор уходит. Паркинсона, болезнь уходит. Благодарю тебя, Отец, за эту милость, за эту щедрость, за эту благодать. Спасибо тебе, Господь. Очищается мочеполовая система. Поднимается женский орган на свое место. Мочевой исцеляется. И именем Иисуса НРС уходит. Дробятся камни, дробятся, растворяются, исчезают. Силы Господа, воспаление исчезает из половых органов. Во имя Иисуса Христа. Печень очищается силой Господа. Жизнь Божья течет внутри. Жизнь мощным потоком идет. Печень очищается. Ожирение уходит. Лямблия исчезает. Паразиты уходят из печени. Боль, воспаление печени уходит. Протоки очищаются. Желчный исцеляет. Желчные протоки очищаются. Во имя Иисуса Христа. Отец, благодарю тебя. Геморроидальная вена исцеляется. И кровотечение прекращается.
во имя Иисуса Христа, прямо сейчас сила Божия течет. Прямая кишка втягивается назад, и область ануса исцеляется. Освобождается кость за бедренный сустав, исцеляется седалищный нерв, выравнивается крестец, выравнивается позвоночник. Сколиоз уходит во имя Иисуса Христа, кости, спины, диски, кости двигаются, двигаются, двигаются и выравниваются, двигаются прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, благодарю Тебя. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, жизнь Божия течет, жизнь Божия течет. Позвоночник, спина начинает двигаться, кости двигаются. Лопаточные кости двигаются, плечевые отделы выравниваются. Прямо сейчас ущемления уходят. Диски и позвонки вытягиваются. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо. Благодарю Тебя за исцеление. Спасибо Тебе, Иисус, за каждое освобождение, за каждое исцеление. Скверна уходит. Шея исцеляется, скованность уходит. Остеохондроз шейных позвонков исчезает. Освобождаются диски, позвонки шеи, скованность уходит, боль уходит, выравнивается грудной отдел позвоночника, хребтовая часть освобождается от накопления солей, исцеляется поясничный отдел, крестец, перстовая кость, вытягивается и выравнивается во имя Иисуса Христа, седалищный нерв освобождается. Прямо сейчас сила Божия течет в теле, тазобедренные кости обновляются, смазка появляется, тазобедренных костях, тазобедренных, там где шейка бедра, смазка образуется, всякий стертый хрящ заменяется на новый, боль в коленях начинает уходить, отеки уходят, артрит, артроз удаляется, коленные суставы освобождаются, сотворяются и образуются новые хрящи, новая тяжечка, новый мениск, новый тиновид, освобождается прямо сейчас, силы Господа выравнивается пласт, стопы, плоскостопие уходят, освобождается пяточная кость во имя Иисуса Христа. Отец, я благодарю Тебя за сотворение новой маточной трубы. Будь появляется прямо сейчас в теле. Я благодарю Тебя за активность ангелов чудотворения в этом эфире. Прямо сейчас происходит сотворение новых частей тела, образование новых костей, новых органов, сверхъестественно, ибо приступили мы к горе, там, где восседает Господь. Мы приступили к престолу, где приготовлена для каждого из нас помощь. Аллилуйя! Прямо сейчас образовываются новые органы, новые кости, новые зубы. В атмосфере славы Божией начинают появляться новые пломбы. Дырки в зубах затягиваются. Корни, обнаженные корни затягиваются плотью, сверхъестественно. Почти появляются новые корни и растут зубы. В атмосфере славы Божией все возможно. Прямо сейчас обновляется тело. Раковые клетки исчезают, засыхают и исчезают. На их месте появляются новые. Властью Сына Божьего. А раковые опухоли, они прекращают получать питание. Они засыхают и исчезают. Буквально удаляется, как будто бы божественная стирачка стирает сейчас вашего тела раковые опухоли. Она стирает сейчас метастазы, стирает сейчас уплотнения, стирает кисты, стирает грыжи. Прямо сейчас, как будто стирачка Духа Святого. Прямо сейчас стирает, стирает, удаляет, удаляется из бытия. Вообще, как будто этого не было, не существовало. Удаляются шрамы из тела, рассасывается, исчезает повреждение в коже. Во имя Иисуса Христа образовываются прямо сейчас новые части, новые клетки. Во имя Иисуса Христа регенерация, обновление и появление нового взамен утертого. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец. Благодарю Тебя за исцеление мозга. Образуются новые клетки головного мозга. Появляется новая память. И именем Иисуса Христа прямо сейчас происходит божественный нейрогенез. Ускоренный нейрогенез, который ускоряется в миллионной скорости. Клетки путешественники в соединении с стволовыми клетками головного мозга образуют новые нейронные сети в голове взамен поврежденных.
прямо сейчас улучшается память, деменции уходят, головокружение уходят, восстанавливается мозг, особенно там, где был поражен через инсульт или микроинсульт, там, где был поражен в результате удара, сотрясения, прямо сейчас образуется новый мозг, новые капилляры, новые сосуды. Во имя Иисуса Христа происходит божественное творение, творение именем Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за Твою славу, которую Ты сейчас совершаешь и проявляешь. Обновление идет. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя за жизнь с избытком, которая изливается. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, Дух Святой. Образуются новые корни, луковичные слоя волос. Образуются новые луковицы. Особенно там, где уже были проплешины, появляются новые. Новые, появляются новые, новые корни волос, там, где умерли, там, где пустота, появляется новое, сверхъестественное, в атмосфере славы Божией, не проплешин, прямо сейчас. Я призываю жить, я призываю жить сотворение новых луковичных слоев во имя Иисуса Христа. Образуются новые луковичные слоя, волосы начинают расти обильно, там, где они выпали. Появляются новые, прямо сейчас хрупкость прекращается, выпадение волос уходит, укрепляется корневая система волос во имя Иисуса Христа. Жизнь Божия течет в теле, сила Божия проникает внутри вас, производя совершение, исцеление, чудотворение, освобождение во имя Иисуса Христа. Все последствия химиотерапии исчезают, обновляется тело, силы Духа Святого. Прямо сейчас образовываются новые органы, особенно новые женские взамен поврежденных. Образуются прямо сейчас новые маточные, кишки, трубы, шейка. Образуется новый родовой канал, воспаление уходит во имя Иисуса Христа. Образуются новые сосуды, новые капилляры, новое сердце взамен старого поврежденного. Образуется новая печень, новые легочные ткани. Образуются новые хрящи в носоглотке во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас жизнь Божия течет, сила Божия течет. Происходит обновление исцеления, всякое растяжение уходит. Растяжение связок, сухожилий уходят. Исцеление мощно двигается внутри тела. Господь, Отец, я благодарю Тебя. Ты творишь новое, Ты исцеляешь, Ты восстанавливаешь, Ты совершаешь чудеса. Твоя любовь, она открывается в нас и свидетельствуется великой силой чудотворения, великой силой славы Твоей. Благодарю Тебя, Господь, за исцеление и освобождение костей. Сосуды очищаются. Всякое тромбообразование растворяет и исчезает. Холестерин, бляшки, закупорки удаляются из сосуда, очищаются сосуды. Давление стабилизируется, приходит в рабочее 120 на 80. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас сила Божия идет внутри тела. Лимфа очищается. Спасибо, Иисус. Сужение сосуда уходит. Варикозная шишка рассасывается. Прямо сейчас целая сетка сосудов на ноге, она внутри исчезает и исцеляется, и к разложенной части. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя за прикосновение, за исцеление, за свободу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой, за каждое чудо. Аллилуйя. Спасибо, спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя, наш Бог, наш Царь, наш Спаситель. Слава Тебе, 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 Иисус, слава Господь, слава Тебе, Отец, слава Тебе, Иисус, во имя Иисуса Христа. Узлы в щитовидной железе растворяются и исчезают. Слава Тебе, Господь, прямо сейчас жизнь Божия течет в глаза, исцеляются глаза. Исцеляются зрачки, исцеляются хрусталики, исцеляется белок, тепловидное тело глаза, очищаются линзы, отвоение сетчатки прекращается и сетчатка прилепляется именем Иисуса Христа. Прямо сейчас происходит сотворение новых клеток сетчатки, происходит сотворение нового глаза, новый хрусталик образуется, новый зрачок образуется во время... Взамен поврежденного, помутненного. И именем Иисуса Христа взамен поврежденного глаза образуется новое глаз. Открываются слепые глаза. Слепые глаза начинают видеть.
именем Иисуса Христа восстанавливается кровообращение. Всякие воздушные шарики, глаукомы исчезают. Именем Иисуса Христа глазная жидкость идет свободно. Властью Сына Божьего всякое бельмо уходит. Глаз открывается, глаукома, катаракта уходит именем Иисуса Христа. Прямо сейчас атрофированные зрительные нервы начинают образовываться вновь и происходит в достаточной форме. Сотворение новых зрительных нервов, новых клеток головного мозга, отвечающих за глаза. Во имя Иисуса Христа. Дух немой, выйди вон. Немота, глухота уходит. Глухонемой дух, изгоняю тебя. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Жизнь Божья, сила Божья течет. Спасибо тебе, Иисус, за исцеление, за освобождение. Благодарю тебя. Открываются глухие уши, начинает слышать, начинает слух открываться, усиливаться, усиливается слух, усиливается, усиливается во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас глухое ухо открывается, глухой дух выйди вон. Глаза начинают видеть четко и свободно. Близорукость, дальнозоркость уходят. Восстанавливается прямо сейчас зрачок, восстанавливается ресничные связки и мышцы, восстанавливается хрусталик, центрируется глаз по центру, мышечные ткани выравнивают глаз, выравнивают зрачки по центру, прямо сейчас близорукость уходит, жизнь Божья течет. Отец, я благодарю тебя за исцеление, ты даешь остроту зрения, очки больше не нужны, очки больше не нужны, прямо сейчас начинает видеть свободно. Прямо сейчас глаза начинают видеть без очков, мелкий шрифт во имя Иисуса Христа. Все последствия повреждений инородных тел прямо сейчас исчезают, глаз очищается, исцеляется силой Духа Святого. Благодарю тебя, Господь, за свободу и за исцеление. Удаляется астигматин, наследственное заболевание глаз, уходит во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас глаза начинают видеть свободно. Всякое повреждение глаз уходит. Косоглазие уходит. Именем Иисуса Христа. Дальтонизм уходит. Во имя Иисуса Христа. Раковая опухоль за глазом растворяется и удаляется. Силой Господа. Прямо сейчас восстанавливается кровообращение. Восстанавливаются глазные железы. И слезная железа восстанавливается. Сухость глаз уходит. Прямо сейчас луковичные слоя хрусталика очищается, катаракта уходит, сухость уходит, восстанавливаются луковичные пласты во имя Иисуса Христа, и рубцы рассасываются во имя Иисуса Христа. Жизнь Божья, жизнь Божья, жизнь течет внутри. Аллилуйя, голова начала болеть, это исцеляется глаза. Зрение восстанавливается, спасибо, Иисус. Благодарю тебя могущественным именем Иисуса Христа. Жизнь Божия и сила Божия течет в каждом человеке. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя. Фибромы удаляются. Миомы выходят из тела. Властью Сына Божьего. Приказываю миомам выйти вон из женских органов. Именем Иисуса Христа фибромиомы удаляются. Уплотнение на маточных тканях исчезает. Именем Иисуса Христа прямо сейчас опухоли выпадают из женских органов. Во имя Иисуса Христа кисты рассасываются. Кисты на яичниках. Кисты на почках, кисты в голове, в носу, в зубах, растворяется, исчезает. Именем Господа Христа прямо сейчас всякое уплотнение, всякое шишкообразование растворяется и уходит. Липомы уходят во имя Иисуса Христа. Сила Божья течет. Аллилуйя, благодарю тебя, Господь, за исцеление горла, легких. Кашель уходит, мокрота уходит. Освобождается бронхи, исцеляется легкие нижние дыхательные пути, пневмония удаляется во имя Иисуса Христа. Сила Божья течет в теле, сила Всевышнего наполняется, герпес затыхает и исчезает, боль в шее уходит, скованность уходит. Спасибо тебе, Иисус, благодарю тебя за каждое чудо, за каждое исцеление. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас исцеляются зубы, восстанавливаются челюсти, верхняя и нижняя челюсть укрепляется, прикус восстанавливается, вся височно-челюстная кость исцеляется и выравнивается. Отец, я благодарю тебя за исцеление зубов,
уходят зубные боли, восстанавливаются зубы прямо сейчас, хрящи, перегородки, носоглотки двигаются и выравниваются, освобождаются дыхательные каналы, очищается гайморовые пазухи, тонзиллит, гайморит уходят, и именем Иисуса Христа жизнь Божия течет, тиновид уходит, тиновид удаляется, силы Господа. Плечевой отдел исцеляется, плечи, шея, руки, предплечья освобождаются, локтевые суставы освобождаются, пальцы на руках освобождаются, онемение уходит, запястье исцеляется. Во имя Иисуса пальцы начинают гнуться силой Духа Святого, исцеляются фаланги, хрящи, полиартроз, удаляется силы Господа. Прямо сейчас сила Божия течет, исцеляется пальцы на ногах, исцеляется от последствий катаракты, прямо сейчас выравниваются пальцы на ногах, исцеляется от последствий подагры, косточка, большая косточка на ноге втягивается, выравнивается стопа, плоскостопие уходит, силы Господа, прямо сейчас исцеляется голеностоп, исцеляется икроножная часть мышц, судороги уходят, очищается сосуды, кожа, исцеляются ноги от последствий диабета. Во имя Иисуса Христа изгоняю диабет. Дух диабета, выйди вон, очисть. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, свобода. Сахар крови начинает опускаться на уровне нормы. Именем Иисуса Христа, прямо сейчас, показатели сахара опускаются и больше не поднимаются на уровне 5-4,5. Отец, благодарю тебя, боль уходит, некроз уходит, исцеляется мышцы, исцеляется, укрепляется мышцы в теле, на ногах. Во имя Иисуса Христа выравнивается ребра, выравнивается грудная клетка. Прямо сейчас освобождается, прямо сейчас грудная клетка выравнивается силой Господа. Спасибо, Отец, за исцеление. Подмышечные области исцеляются и уплотнения уходят. Папилломы засыхают и отпадают. Родинки засохни, отпадают во имя Иисуса Христа. Родимые пятна исчезают во имя Иисуса. Кожа очистить, сыпь уходит. Прыщи засыхают, обмен веществ исцеляет. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю тебя за чудеса, которые ты совершаешь сейчас через молитву веры, ибо мы соединяемся с истиной, мы соединяемся с живым словом, которое свидетельствует, что ранами Христа мы получили исцеление, и мы соединяемся с этими моделями исцеления, с этим ресурсом, который Отец запланировал и приготовил на небеса. Мы соединяемся с этим живым словом, и живое слово проникает и совершает моделирование тела человека, моделирование души, моделирование мысли, обновляется мысль, обновляется душа. Во имя Иисуса Христа ум, душа становится восприимчивой к откровению Божию. Спасибо тебе, Иисус, благодарю тебя. Великий Святой Господь, всякий дух нечистый, выйди во имя Иисуса Христа, выйди вон из щитовидки, обида, отвержение удаляется во имя Иисуса Христа, сила Божия наполняет. Отец, благодарю тебя за прикосновение к каждому человеку, очищается иммунная система, аллергия уходит во имя Иисуса Христа, запрещая действие аллергии именем Иисуса Христа, сезонная аллергия. Аллергия на пыль, на цветы, на животных, на шерсть удаляется. Аллергия на китайские продукты, на китайские подделки удаляется во имя Иисуса Христа. На эту химию, на эту пластмасс удаляется силы Господа. Прямо сейчас Божий огонь идет внутри тела. Божья слава наполняет силы Господа. Прямо сейчас приходит исцеление, приходит освобождение, всякое онемение уходит, ущемление уходит, дистония удаляется силы Господа. Дух магии, дух колдовства, выйди вон, мечом Духа Святого. Я разбиваю эти цепи колдовства, эти цепи заклятия против вас, всякое колдовство против вас, магия, волшебство, разрушено силой Господа. Я провозглашаю свободу и выход пленников. Именем Иисуса Христа всякий приворот разрушается над мужчинами, над женщинами. Именем Иисуса Христа всякое заклятие удаляется. Именем Иисуса Христа всякое гнилое слово, высвободенное против вас, удаляется силой Духа Святого. Прямо сейчас приходит свобода, приходит исцеление.
освобождение во имя Иисуса Христа, дорогой Господь. Я благодарю Тебя, что Ты прикасаешься к каждому человеку. Деть в эфире. Деть в эфире. Течет слава Божия. Деть в эфире. Идет движение силы Божьей, как электрический ток, как жар, как будто мурашки идут по телу. Спасибо. Как колость, иголочками колят. Сейчас сила Господа совершает чудотворение, исцеление, обмен и восстановление, а также освобождение души от духов паразитов, от духов немощи, от духов смерти, от наследственных духов. Во имя Иисуса Христа нарывы исчезают, раны затягиваются, воспалительные процессы уходят мгновенно во имя Иисуса Христа. Температура тела опускается в норму, потовые железы активируются, и жар уходит, жар удаляется во имя Иисуса Христа. Сила Божия течет внутри. Сила жизни течет. Отец, я благодарю Тебя за исцеление и восстановление. Всякое последствие врожденных заболеваний уходят. Силы Господа, властью Сына Божьего, изгоняю аутизм из ваших детей. Разрушается программа и модели аутиста. Бог не творил аутизм. Нигде не написано в Библии, что и сотворил Бог аутиста. Нигде не написано, что у Адама и Евы родились аутисты. Я запрещаю дьяволу обманывать людей. Это ложь. Это ложь дьявола. Мы разбиваем эти все программы, пришедшие из ада. Мы изгоняем аутизм. Мы изгоняем ДСП. Мы изгоняем болезнь Дауна. И именем Иисуса Христа всякое врожденное заболевание изгоняем прочь во имя Иисуса Христа. Всякая мутация, которая произошла во время формирование плода в утробе матери, эта мутация исчезает, заменяется, и Бог восстанавливает. Иисус восстанавливает. Иисус засеивает пустыни и делает их садами, цветущими садами во имя Иисуса Христа. ДСП уходят. Меняется тело, освобождается ДСП. Исцеляется головной, спиной мозг. Исцеляются кости, сухожилия, связки. Тело приходит в движение, начинает выравниваться. Двигается, выравнивается. Короткие ноги вытягиваются. Короткие руки растут. Людям, которые ампутировали часть кости, начинает появляться новая кость. Происходит процесс чудотворения. Ампутированные конечности начинают расти. Ампутированные конечности, пальцы, кости начинают расти. Появляется во имя Иисуса Христа. Дух Святой, благодарю Тебя. Жизнь Божия течет. Жизнь Божия. Всякая немощь, всякая боль уходит. Паховые грыжи исчезают. Возвращается кишечник на Твое место. Силой Духа Святого появляется мышная, брюшная мышца, крепкая, сильная. Паховые жертвы, паховые грыжи втягиваются. Именем Иисуса Христа боль в животе уходит. Во имя Иисуса Христа очищается кровь. Очищаются сосуды, костный мозг начинает производить чистую кровь. Именем Иисуса лейкемия изгоняю прочь. Рак крови, рак в клетках, выйди вон во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя за сотворение новой крови. Кровь Иисуса вливается внутри вас. Прямо сейчас исцеляется центральный аппарат нервной системы, восстанавливаются миолиновые оболочки, восстанавливаются все окончания нервной системы, всякое ущемление уходит, силы Духа Святого. Прямо сейчас тремор уходит, болезнь Паркинсона исчезает во имя Иисуса Христа. Дух Святой, благодарю Тебя. Жизнь Божия течет в каждом человеке. Освобождение и исцеление идет от макушки до пят. Исцеляется, освобождается кости, составы, хрящи, артрозы, артриты исчезают, происходит сотворение новых хрящей, заполнение смазков суставов, боль в суставах уходит, артрит уходит, силы Духа Святого происходит прямо выравнивая, кости начинают суставы двигаться и вытягиваются во имя Иисуса Христа. Приходит свобода, приходит исцеление. Могущественным именем Иисуса всякое безумие, дух шизофрении, дух эпилепсии изгоняю тебя силой Духа Святого. Выйди вон, колдовство, родовой оккультизм, выйди вон, власть Сына Божьего. Я разрушаю все договоры, которые заключили ваши предки и продали вас в рабство дьявола. Аннулирую эти все договоры, ибо Иисус искупил и выкупил вас из всякого договора во имя Иисуса Христа. Разрушается все
клятвы, высвобожденные сатане во имя Иисуса Христа, все клятвы смерти, все слова смерти аннулируются силой Господа. Дух суеты, да, дух смерти удаляется силой Господа. Прямо сейчас Божий огонь внутри дела, огонь Духа Святого разрушает все наручники сатаны, все наручники болезни, немощи, исцеляет одетны, парадонтоз уходит, кровоточие прекращается во имя Иисуса Христа, удаляется твоя смерть, удаляется поражение. Прямо сейчас сила божественного творения творит новые части, творит новые кости, исцеляется, освобождается тела. Врожденные немощи уходят, наследственные заболевания уходят, наследственная гипертония уходит, силы Господа и больше не возвращается. Спасибо тебе, Иисус, за каждое чудо, за каждое исцеление. Благодарю тебя, Господь, за эту благодать, которую ты проявляешь. Могущественным именем Иисуса разрушает действие онкологии. Тяжесть уходит, тяжесть души уходит. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой, за прикосновение. Жизнь Божья. Жизнь наполняет вас мощным потоком. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Отец. Благодарю тебя. Аллилуйя. Благодарю тебя за исцеление, за свободу. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Все последствия инсульта исчезают. Паралич. Конечности уходят. Все последствия травм, повреждения, приведших к параличу. Прямо сейчас этот немощь уходит. Происходит восстановление костей, шеи, спины. Паралич уходит, онемение уходит. Восстанавливается нервная система. Во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, Иисус, за силу, которую ты проявляешь сейчас. Спасибо тебе, Отец. Спасибо, Святой. Слава тебе. И хвала, великий святой Бог. Аллилуйя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Иисус. Наш Бог, наш Царь, наш Спаситель. Тебе вся слава. Я знаю, сейчас находится двое человек, у которых неизлечимое заболевание. Оно есть у них. Мне Дух Святой сейчас внутри говорит, что нелечимое, не подают лечение, даже не, врачи говорят, мы даже не знаем, даже нет лучшей медицины исцеления. И Господь говорит, у меня исцеление. У меня, я врач, я исцелитель, я сотворил человека, я исцеляю человека. Прямо сейчас эти люди получают исцеление. Как написано, и думал, сказал, примите дух. Я говорю, примите исцеление, примите дух исцеления. Во имя Иисуса Христа. Я вижу, как жар пошел внутри. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты любишь людей. Господь, без тебя ничего не можем делать. Благодарю тебя, Господь, что ты совершаешь. Ты совершаешь, ты совершаешь, ты совершаешь. Мы ветки, мы всего лишь ветки, а ты лоза. Без тебя ничего не можем. Мы не можем приносить плодов без тебя. Ты, Иисус, наш Спаситель. Ты, Господь. Ты, наше упование. Я благодарю Тебя за спасение нас, наших детей, наших семей. Благодать Твоя прикасается, наполняет и оживляет всех нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, драгоценный. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой, за эту свободу. Спасибо, Отец. Я благодарю Тебя за спасение наших родных и близких, за спасение людей, окружающих нас. Ты совершаешь, ты действуешь, как Ты обещал. Мы отдаем Твои заботливые руки наших близких, родных. Совершай то, что Ты хочешь делать. И мы верим, что всех Ты приведешь на небеса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Аминь.